Идеальное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка – это аэрогриль ретро от бренда Kidford. Kidford, который известен с 2011 года. Это российский бренд, который создал уникальное решение. В чем его преимущество? Рассказываю. По сути, вы забираете три в одном. Вот это вот красивое, стильное устройство, которое работает в современных технологиях, готовит прекрасные блюда во фритюре, только с минимальным количеством масла. Вы не опускаете масла никакого и не готовите полезную блюдо. Значит, бережем свое здоровье. Конечно же. Вы готовите те блюда, которые готовили в духовке. Например, вот жульен или в горшочке можно какое-нибудь мясо запечь вместе с сыром, запеканочки и не только. И, друзья мои, вы сможете приготовить прекрасное решение, такое, как вы готовили на гриле. Прекрасное сочное мясо. Мне нравится то, что этот гриль работает с принципом режима конвекции, а значит, не высушивает блюдо, которое находится внутри. Опять же, дополнительное преимущество. Очень удобно, потому что у вас всегда будет гарантированный результат. Вот, например, мы сделали мясо в медовой глазури. Вот такой вот прекрасный, горчичный. Кстати, актуальное блюдо будет к Новому году. Мне еще нравится то, что прекрасное наше решение и функциональное. То есть здесь можно и пожарить, и запечь, и приготовить во фритюре, только гораздо полезнее. Без всякого масла мы можем это сделать. Вот вы, кстати, и удобное, очень простое управление. Слушай, а насколько легко управлять нашим аэрогрилем? Давай, правда, слушай, нашим аэрогрилем так же сочно. Очень легко управлять. Я сейчас обязательно расскажу. Все здесь всего лишь две кнопки, которые вы берете, включаете, и они сами в автоматическом режиме начинают готовить. Так, отрежь мне кусочек. Да. Хочется прям попробовать это сочное мясо. Знаешь, когда я готовлю в духовке, у меня через раз получается. Иногда суховато прям очень. Да. Хотя я не знаю. Но духовка, она работает по другому принципу. Ты знаешь, что аэрогриль, он работает по принципу профессионального конвектомата. То есть, знаешь, конвектоматы, которые есть в ресторанах, кафе, вот они стоят больше 100 тысяч. Здесь принцип такой же заложен именно приготовление. А значит, это ваше качество. Как говорится, проскочило прям моментально, когда мясо сочное, мягкое, оно прям тает во рту. Это очень вкусно. Друзья, в аэрогриле даже привкус совершенно другой. Вкуснейшие блюда получаются. Так, друзья, смотрите, это самая выгодная покупка только одного дня. Аэрогриль. Ретро от бренда Kidford. И в конце января, вот мы впервые представили этот аэрогриль, и за все время мы посчитали, было продано более 7000 таких грилей. Более 1000 новых покупателей присоединилось к телеканалу Shop & Show благодаря аэрогрилю. Сегодня у вас есть уникальная возможность заказать аэрогриль не за 10-15 тысяч рублей, как в магазине, а за 4 999 рублей с бесплатной доставкой в любой регион Российской Федерации. У нас самая выгодная цена напрямую от бренда Kidford. Итак, цвета, смотрите, есть белоснежный оттенок. На мой взгляд, это классика. Идеальный вариант для подарка с золотой каемочкой. Черный цвет, посмотрите, тоже, опять же таки, впишется в любой интерьер. А вот исчезающий вид, бирюзовый, он может закончиться в любую секундочку. Их очень-очень мало. Сегодня также действует акция при совместной покупке аэрогриля и сковороды Верлони, Флоренция она называется, там три диаметра на выбор, вы получаете дополнительную скидку 100 рублей на приобретение аэрогриля. Делайте свои выгодные покупки. Сегодня с самой вкусной рубрикой «Кухня» на телеканале Shop & Show. Так, Олег, ну ты шеф-повар с 26-летним стажем. Вот научи, какие вот блюда можно готовить по-быстренькому к Новому Перед году. Тем, как я научу, я просто хочу вам показать, насколько он безопасен. Смотрите, вот эти жиры стекают на дно чаши. Да, Олег, вот смотри, в прошлом году, когда был Новый год, да, вот я замучилась готовить. Гости-то приходили не только с 31 на 1, но и с 1, 2, 3, до 13 числа. То мы в гости, то к нам в гости. Так. И я уже на 13-й, на старый Новый год, уже обессилила просто. Я думаю, что такое вот приготовить, чтобы по-быстренькому, без моего участия. Сейчас будем показывать прямо в прямом эфире, как мы будем готовить блюда, которые мы готовили на гриле. Смотрите, закладываем. У нас чаша очень оптимального объема, практически 3 литра, и вот такая вот сетчатая решетка, куда стекаются все жиры лишние. Смотри, насколько быстро. Самое максимальное приготовление — это 30 минут. Так. То есть мы берем, друзья мои, выставляем приготовление, выставляем здесь время приготовления, так, включаем, друзья мои, и оставляем на некоторое время, чтобы готовилась. То есть вот положили сюда куриные крылышки или голени. Нам достаточно 20 минут, чтобы приготовить. Пойдем сейчас
покажу еще раз. Смотрите, мы здесь сейчас готовим блюдо, настоящее блюдо гриль. Друзья мои, смотрите, я возвращаюсь к приготовлению. Духовочка, пожалуйста. Да, мы можем здесь выпекать маффины великолепные. То есть получается наш аэрогриль с функцией вихревого потока, то есть режимом конвекции, может готовить блюда те, которые мы готовили в настоящей духовке. А что такое вообще аэрогриль? Вот расскажи нашим телезрителям. С удовольствием я тебе расскажу. То есть здесь сосредоточено решение, когда идет поток вентилятора, то есть поток горячего воздуха. Внимание на экран, сейчас продемонстрируем нашим телезрителям, как он работает. Вот я взял наш прекрасный аэрогриль, смотрите, вот там вверху находится вентилятор. И плюс еще специально дополнительно тен. Смотри, я сейчас придумал такое решение. Обыкновенный вентилятор, который работает только от скорости ветра. Ставлю, включаю, и смотрите, вот он идет поток горячего воздуха. Что это, во-первых, дает? Во-первых, это гораздо быстрее готовит, первое. Второе, не высушивает блюдо. И самое главное, удаляет лишние масла на дно. То есть вы не едите блюдо с холестерином. А, то есть повсюду обволакивается теплом, и не надо переворачивать. Совершенно верно. Но вспомните, когда мы уставшие, приходим с работы, на нас смотрят голодные дети, внуки, муж. Есть что покушать, мы кушать хотим. Это значит, нужно на вторую работу заступать. К плите вставать и опять готовить, готовить. Отойти невозможно, потому что нужно контролировать, чтобы ничего не перегорело. Вот, друзья, сегодня вы выбираете аэрогриль, который вместо вас будет готовить вкуснейшие блюда в 2-3 раза быстрее. Успеете дозвониться как можно скорее. Это настоящее наше спасение. Это самая выгодная цена на нашем телеканале, которая действует только сегодня. Давайте в этом убедимся. У нас цена 4999 рублей плюс бесплатная доставка. Прекрасно. А вот на официальном сайте бренда Kitford, смотрите, какие цены? 7990 рублей. Прекрасно. Вот, там тоже три цвета на выбор. Все то же самое, но цена-то гораздо выше. Экономьте с телеканалом Shop & Show. Приобретайте аэрогриль для вашей семьи. Слушай, скажи, пожалуйста, насколько легко и просто будет управлять аэрогриль? Ну, во-первых, управлять им очень легко, компактно, удобно. Вот на примере мы сейчас показываем вот этих круассанов. Поместили. Здесь у нас два тумблера. Выставляем функцию приготовления выпечки. Смотрите, друзья мои, ставим время приготовления 10 минут. А здесь ставим, друзья мои, температуру. Температура 180 градусов. Дополнительные подсказки. Здесь у нас встроенный, плюс очень удобно тем, то, что он сам автоматически отключится после приготовления. Три в одном. Гриль, духовка, фритюрница, только без масла. А значит, это еще и наше с вами здоровье. Все легко и просто. Управление интуитивно. И отличная цена. 4999 рублей. Такой цены нет нигде. Плюс бесплатная доставка.